Итак, друзья, перед нами сейл, сильная распродажа. Она проводится с 10 часов утра 4 февраля сегодняшнего дня до 22 часов по московскому времени 10 февраля. Время, заостряю ваше внимание, московское. Так, и вот что нам предлагает эта распродажа. Значит, предложение драйвер. Драйвер, наверное. Драйвер этой распродажи. Компактное тональное слово «Секрет молодости». И я вот специально ее вытащила, чтобы вам продемонстрировать. Показала, как она работает на лице. Сейчас у меня на лице эта тональная основа. И вопреки своему предыдущему мнению, я сейчас утверждаю, что это отличный продукт, очень удобный в использовании. Так, только я его что-то убрала немножко, уже попутав, то есть накрасилась и рефлекторно убрала в косметичку. В общем, что собой представляет этот продукт? Здесь его... Да, ну там тон, единственное, что может быть, тон вас не устроит, естественный розовый. Мне бы больше подошел естественный бежевый, если бы надо было выбирать, но вообще у меня тон слоновая кость, кажется. А слоновая кость несколько серовата по сравнению с моей кожей. То есть эта сероватость дает холодный тон, то есть она рассчитана для холодного тона вашей кожи. В чем ее прелесть? В быстроте использования, то есть несколько движений, и вот тон нанесен на лицо вот этим спонжиком в общем, этот спонжик очень удобный, он... Им можно корректировать, то есть он подлезет в любой уголок этим своим уголочком. И на лице он прекрасно работает. Покрытие плотное, то есть никаких полос не остается. В общем, очень удобный продукт. Если вы спешите, то вот это вот то, что нужно. Кожа дышит, что тоже немаловажно, да, потому что бывают... Такие средства, цвет плотный, но и на лице пленка. Нет, это не тот случай. 379 рублей при покупке на 199 рублей из этой распродажи. И для консультантов эта цена составит 303 рубля. Так, поехали дальше. Что же предлагается в этой распродаже? Туалетная вода Mirage Daydream. Мне она не понравилась. Аромат цветочный, но Mirage... Ну, в основе вот этот тот Mirage, который уж слишком восточно-пряный. Прямо вот восточная лавка благовоний. Ну, для кого-то это, может, звучит хорошо, но нет, мне как-то совершенно не попадает в настроение. Туалетная вода Sir Avebury. Отличный мужской аромат, подходит практически всем, звучит, ну, солидно, дорого-богато, приятно, ни к чему не обязывает. Так, защитное масло для волос, пробник, там всего лишь 2 грамма, в общем, вам хватит на один раз. Если у вас много волос, то на один раз даже маловато будет. Так. Спрей для тела инжир и лаванда, 199 рублей. Представлен ли он в каталоге, я не помню. Сама его никогда не использовала, но слышала отзывы, что очень-очень бодрящий, такой релаксирующий. Бодрящий, релаксирующий – это противоположное действие, да? Ну, то есть он и увлажняет, и освежает. Так.
Детская зубная паста Дельфинчик Bubble. Я не помню, какой там аромат. Кажется, Bubble Gum, раз Bubble он называется. То есть какой-то жевательной резинки детской. 69 рублей можно взять. Я бы взяла, наверное. Тем более, что... Правда, у нас ребенок еще не научился сплевывать зубную пасту. Так, отшелушивающая маска. Виноград. Отличная маска из серии Love Nature, кажется. С антиоксидантами. И это маска-пленка. Маски-пленки любите? Я люблю. Вот это ощущение. Особенно, когда ее снимаешь, это вот просто такое очень приятное ощущение. Сама не пробовала, не могу сказать, вызовет она раздражение или нет. Про набор Экологен говорила в прошлой распродаже. Отличная возможность попробовать эти средства. Там входят, ну, повторюсь, для тех, кто не видел прошлого выпуска, 5 мл крема для век и по 10 мл дневного и ночного крема. Очень удобная косметичка. Так, у меня, кажется, с собой ее нету. Вот такого формата, не побоюсь пожестикулировать, вот такого формата. Ну, скажем, где-то 7 на 9, наверное. Может быть, путаю, но, насколько помню, с прозрачными стенами, то есть сквозь нее можно все видеть. В общем, с собой носить сумочки, с собой взять, брать в дорогу, если вы не любите очень нагружаться, но что-то с собой надо прихватить, косметическое. Вот, очень удобная косметичка. Ночной крем против первых возрастных изменений «Энергия молодости». Крем 299 рублей. Он предназначен для возраста 40+. Не пробовала. Дальше. Дневной крем против морщин с высокой степенью защиты. SPF 30 коллаген. Также не пробовала. 34% скидки. Антивозрастное очищающее средство 3 в 1, Экологен, 349 рублей. Да. Мягкий скраб для лица, интенсивное увлажнение, был в прошлой распродаже, я его не пробовала, мягкий скраб хочу попробовать. Отшелушивающая маска для совершенства кожи True Perfection, по-моему, это также маска-пленка, не помню. 349 рублей можно попробовать. Мягкое отшелушивающее средство для лица «Виноград». Дальше крем для рук и тела «Инжир и лаванда». Это из каталога, значит, дается дополнительная скидка. Дневной крем «Интенсивное увлажнение». Также из каталога с дополнительной скидкой. Многофункциональный увлажняющий крем «Тон 5 в 1», бальзам безупречности светлый. Вот он у меня есть. Отличный. Отличный BB-крем, он да, и увлажняет, то есть я им пользуюсь без увлажняющего крема под него, наношу только сыворотку, если наношу, могу и просто нанести без. Замечательное покрытие, немного полосит, но и распределяется отлично, в общем, хороший BB-крем. Так, дальше идет матирующая тональная основа, она у меня, кстати, тоже есть. Замечательный, полдня вам без жирного блеска на лице обеспечено, то есть если вы идете на какое-то мероприятие, если вам придется где-то выступать, особенно перед камерами, делать запись, и вы хотите подольше сохранить лицо, матовое лицо без жирного блеска, то вот этот крем подойдет. Это предыдущая версия нынешнего The One, матирующей тональной основы. Тон, естественно, бежевый. Если вам подходит, то, пожалуйста, 199 рублей, 77% скидки. Дальше идет помада, многофункциональная помада 5 в 1. Это, кажется, не кремовая, да? 219 рублей, 53% скидки. Да, это не то, что я в руках держу. А то я показала, на мне красная вуаль, кремовая, многофункциональная губная помада 5 в 1. Ну, также 5 в 1, очень мощная пигментация.
Так, дальше после этих, этой помады. Нет, действительно, помада замечательная. Я не знаю, как, просто не кремовая помада работает. Эта помада так долго держится на губах, и ее столько вот наносится, то есть очень плотный слой. То есть вы поедите, она, конечно, съедается, но губы все равно продолжают оставаться накрашенными. Кость и фарфоровые. 399 рублей, то есть для консультантов это будет 319. Я ни разу не пробовала, я все время хочу попробовать. Я вот уверена, что это отличная тональная основа, потому что видела в одном тест-драйве, ее сравнивали с адаптив, с тональной основой адаптив, которой нынче нет в каталоге. Но адаптив я просто, я очень уважала и любила. Поэтому, тем более эко-бьюти, это формула без, практически без консервантов, без разных добавок, на натуральной основе, на натуральных маслах. Почему бы нет? Надо обязательно попробовать. Я говорила, что мне очень нравится просто обычная уходовая серия эко-бьюти. Я уверена, что тональная основа меня бы не разочаровала. Блеск для губ «Фруктовая фантазия». Экзотические личи никогда не брала, не могу сказать даже какого цвета. Набор для ухода за обувью. Так, при номинальной цене 740 продается за 349 рублей. Ну, можно такой подарочек сделать. Хотела бы сказать, что дороговато, но... Ну, сейчас, наверное, уже нет. Да, выбор решили. А доллар подруг, наверное. Так, коннектор... Ну, как-то коннектор покупать за 35 рублей. Для тех, кто не знает, коннектор это в серии Вереми есть серия кликет, по-моему. Этот коннектор соединяет различные продукты, там тушь, помада, подводка, блеск для губ, все здесь в этой серии. И вот этот коннектор соединяет, делает вам продукт два в одном. Так, сумка клатч Solar, шарф Solar мужского. По-моему, шарф красивый, за 400 рублей можно взять. Клатч как-то мне почему-то показался каким-то клиентчатым, если я ошибаюсь, я его уже две не видела. Набор браслетов Лола, 359 рублей. Такие замечательные штучки, такие почти как фенечки. Разные комбинации сплетения ленточек, цепочек или чередование шнурочков и цепочки в таком лиловом цвете. Металл и желтый, и белый. Ну, прикольно. 359 рублей. Этот браслет Лола у нас встречается очень часто в предложении продукт вместо доставки. Косметичка Гармония не знаю, не брала. Сумку клатч Бордо была недавно в каталоге. Можно было наблюдать. Удивляет вот эта ручка, цепочка, которая одним концом крепится к одному замку молнии, а другим концом крепится к замку молнии кармана. Держатель для зарядки телефона обезьянка. Я вообще-то поняла, что это держатель для зарядки, для не для зарядки, а для телефона. То есть вы подвешиваете на штепсе. Ну да, наверное, можно сказать, что для зарядки. То есть когда вы заряжаете телефон, чтобы он у вас не на полу висел, не тесал до пола, ну, прям скоро хотела проявиться. Чтобы было непосредственно висело на розетке, вот для этого я держатель. Обезьяна, символ года, 199 рублей. Я не помню, сколько было в каталоге, по-моему, в два раза дороже. Так, сумка Эми очень прикольная, насколько я помню. Она такая апельсинового цвета. И фактура у нее тоже такая апельсиновая. Ну, вернее, не апельсиновая, она пупочатая, но такая, как будто плетение холста. Как будто холст, плетение холста. Смотрите, вот такая. Вот такая там печать. Такой там. Вот так отлит этот материал. Солнечные очки и панема это детские. Прошу заметить, Сергионикс. Без
этой индийской застежки, просто накрытые все серьги. Мужской маникюрный набор, ну и, по-моему, серьги Оникс есть в каталоге нынешне представлены. Мужской маникюрный набор для 300. Ну, что-то очень мало комплектное. Чехол для солнцезащитных очков Энди. Не помню. Форел «Бирюзовая волна» я всегда хочу купить, и почему всегда выбрасываю в один последний момент. Жалко денег. Тарелка для закусок «Новогодняя страна» по 300 рублей. Цена более адекватная, чем была представлена в новогоднем каталоге, но все-таки, наверное, на рынке можно купить дешевле. Пенал «Одноклассник», ну, круглый такой тубусик на молнии. Прикольненько. Дороговато, наверное. Перчатки Шелли. Я не покупаю никаких перчаток, потому что у меня рука намного меньше. И все перчатки мне велики. Вот так вот остаются. Пальцы не доходят до конца. Солнцезащитная футболка Ипанема было бы интересно купить, но дороговато. Клатч Примавера. Джордани Голд и шарф Примавера. Так, 599 сумочка клатч и 399 шарф. В недавних каталогах был что-то золотое такое, бежево-золотое, приглушенное золото. Не знаю. Серьги Коралловый Бриз очень прикольные. Я бы купила обязательно 49 рублей. И не побоялась бы. Ну, кто-то подумал, что по возрасту я бы постеснялась, но я бы не постеснялась. Я бы надела их на себя. Они такие достаточно крупные. Если поборю в себе бывшего человека, который раньше торговал натуральными камнями, вот это вот презрение к пластику, к имитации камней и пластика, преодолею, то, наверное, возьму как-нибудь. Ну, пусть еще на 100 рублей подешевеет. Обычно 150. Или в подарок. Сумка серебристый металлик прикольная. Она без молнии, кажется. Она достаточно длинная. То есть мне при моем росте, наверное, будет свисать до пола. В общем, возьму. Платье тропиканка все время хочу взять. Жду. За цена будет, ну, рублей 300. Кружка Амур 89 рублей. Я покупала, и мой сын подарил ее своей тогда уже жене, когда они были молодоженными. Жена была в восторге. На день Святого Валентина отличный подарок. Кстати, подобную кружку я видела в каталоге то ли Эйвен, то ли Фабергик. Тоже какой-то дизайн, наверное, на той же фабрике отдавали эти кружки. Так, детский плед подарок Санту 700 рублей. Я бы хотела что-то подешевле другое. Но, может быть, надо будет купить ребенку. Так. Браслет анималистика мне очень нравится. Я бы купила его 300 рублей. Ну, может быть, рублей за 200. Лучше за 150. Только я боюсь, что вот у меня вот это предплечье короткое. Ну, вообще у меня руки немного короче стандартно. Может быть, так это незаметно, а когда надеваешь одежду стандартных размеров, у меня рукава всегда вот. Я боюсь, что этот браслет у меня займет все запястье, и мои руки будут выглядеть еще короче, чем на самом деле. Так, детский дождевик принцессы. Ну, не знаю, да. Поезд трансформер Эмилия за 99 рублей. Ну, можно будет взять, наверное. 99 рублей это уже совсем недорого. Там такая цепь отличная. И к концу этой цепи привязан такой шарф красивого очень. Красивого узора. Шарф разрезан пополам. То есть с одной стороны шарф, и с другой стороны шарф. Мне как-то хотелось бы здесь что-то такое породить. Ну, очень прикольно. Здесь штука ради вот этого цветной, красивой цветной тряпочки. А жерелье Женевьева мне тоже нравится. Вот это. Это, наверное, такая идея, что он такой
Ну, не чем-то напоминает подкову, он подковообразный, но толстенький. Лучше сказать, наверное, форму яйца, из которого вырезана на серединку тоже форму яйца. И, в общем, и на нем росчерк самоцвета. Такая идея. Так он выглядит, и металл сам под серебро черное. Красиво. Серьги мне очень хочется взять. И особенно меня привлекает этот зеленый изумрудный цвет. Там стоят свои зеленые блоски, все хочу подобрать. Достойное украшение. Серьги райские цветы. Тоже прикольно. Мне почему-то только кажется, что там вот эти кристаллы, они акриловые. Не будут ли они слишком пластмассовые? Смотри. Набор мини-инструментов 189 рублей можно набрать, чтобы дарить мужчине подарки на 23-й года. Ожерелье Джиа. Мне почему-то кажется, что там вот такая выпуска. Мне кажется, что не слишком ли они будут смотреться, как украшение из фольги. Не слишком ли тонкие эти пластины. Или будут смотреться слишком алюминиево. Надшивление здесь. Так. Браслет Primavera. Мне он нравится. За 400 рублей брать не буду. Сумка Монако. За 1000 рублей дорого. Хотя она была дороже. Сумка Монако очень достойная сумка. Такая солидная. Можно с ней ходить в люди. И женщинам любого возраста. Я особенно женщинам любого возраста. Возрастным женщинам. Если вы понимаете, о чем я, косметичка Монако. Ну, косметичка. Многофункциональный CC-крем, выравнивающий тон кожи, защита от сутения, тон натуральный, 329. Это представлено в каталоге, там нет никакого специального предложения, поэтому проезжаем мимо. А вообще мне как-то надо взять из этой серии защиты от сутения, что здесь каких-то 25, что надо посмотреть, пойдут они, ну, или перестанут станут менее выраженными. Туалетная вода Be The Legend. Мне нравится этот аромат. Можно еще не подарить. Капсулы Королевский бархат представлены в каталоге. Кстати, тоже к тому предложению на Омега-3 можно воспользоваться. Дополнительная скидка. Матирующий тоник. Так. Матирующие салфетки для лица. Ой, я их убрала, что ли? Отличные салфетки. Здесь, обращаю ваше внимание, здесь такая липучка. И вот когда вы закрываете, она должна вытянуть эти. Здесь так и показано на рисунке салфетку. И вы уже отсюда снимаете. Но в моем случае она приклеилась к салфетке. В общем, отклеилась, короче говоря. Вот и сама липучка. Салфетки отличные. Они такие тоненькие. В цвете вот этой серии для жирной кожи. А тонюсенькие, нежные. Ну, потому что я видела в ритуале чьи-то салфетки. Ну, какого бренда там продаются вот эти полоски для носа? Еще какие-то штуки. В общем, прекрасно матируется. Не так давно из души, но мне еще недостаточно видно сало скатилось. В принципе, все равно. Так, все равно что-то есть. Уже хорошие салфеточки. Я использую одну салфетку на все лицо. Одну, не транжири, поэтому у меня до сих пор салфетки, наверное, 2 года назад куплены. Еще. Но редко я ее не пользуюсь, забываю, не привычка. Если бы у нас дом весь был зеркалами наполнен, а матирующий тоник, он даже лучше, чем тоник, который предназначен для нормальной комбинированной кожи. Тот тоник очень сушит лицо, в отличие от этого тоника из серии для жирной кожи, из серии Optimals для жирной кожи. Вот. В общем, не пропустите 190 рублей, да? Питательный лосьон для тела, будьте актив, никого не использовала, не испытывали нужды. О золотом соблазне я вам говорила уже и показывала, поэтому приезжаем и не пропускаем дополнительные скидки.
То есть в каталоге она сколько? 300, не помню. 40% скидка, а здесь со скидкой 50%. Еще есть разница. Потом я говорила, что мне нужна подводка. Я, наверное, воспользуюсь этим предложением и закажу себе гелевую подводку, новиночку с точилочкой черную. 51% скидки, 229 рублей. И для нас это будет... рубля. Так, дальше у нас идут компактная матирующая пудра Вилан, фарфоровые светло-бежевые. Никогда не использовала, но у меня были, у меня подружка заказывала. Очень часто заказывала, ну, постоянно заказывала пудру. Ей очень подходил, тон там был 2 тона в предыдущей версии, светлый и средний. И вот она брала среднюю. Причем подруга блондинка, но так получилось, что тот не тон подходил больше. Он такой был холодного тона среднего. Так. В конце концов, я, наверное, куплю себе цветную подводку для глаз из серии Дорина. Индиго мне нужен обязательно. Бирюзовый, может быть, я пропущу, потому что у меня предыдущий бирюзовый не закончился. BB-крем от Дорина. Хочется попробовать, с ним не буду, наверное, задержусь. А вот стик-корректор палочка-выручалочка с дополнительной скидкой. В этом каталоге она 199. А сейчас в момент распродажи вы можете купить за 149. Я, наверное, не пропущу. И, наверное, возьму оба тона. Так, дальше у нас идет туалетная вода, которая есть в каталоге. Здесь вы можете купить с дополнительной скидкой. Lucia Starlight Paradise. Майред. Так мне хочется Майред попробовать. Я не рискую купить целый. А освежающий гель для душа. Очень рекомендую. Очень достойный гель для душа. Он еще такой симпатичный. Там такие микрокапсулы, круглые шарики. Чем-то, которые на теле лопаются. Приятная штучка. Эту серию смягчающий лосьон для тела я никогда не покупала. Скраб для тела. У меня все вот есть в этой серии. Ну, не все, а вот есть крем, ночной крем для рук и антицеллюлитный. Потрясающим имбирным ароматом, который я раньше не любила, но полюбила после того, как стала кушать суши. Я люблю имбирь. Скраб я не покупаю только потому, что он в банке. Потому что я знаю, что я туда полезу рукой, и у меня туда будет набираться вода в эту банку. Я не знаю, как другие, почему именно у меня так получается, почему у других. Сыворотка уход для секущихся кончиков волос. Отличное средство. Оно, правда, не лечит ваши волосы, оно склеивает ваши кончики. То есть, если они секлись, они... будут не секущимися. Жидкое мыло для рук женьшень и маракуйя я как-то пробовала. Мне не нравится карамельный запах. А так вот, почему бы не взять за 149 рублей? Вот, чем отличаются вот эти средства из серии Love Nature Secrets от серии от мыла, жидкого мыла из серии Discover? Те немного сушат. В этих содержатся все-таки увлажняющие компоненты, которые вот после мытья рук, после смывания этого мыла остаются на руках, защищают кожу ваших рук. А там вот просто мыло. Так, крапива и лимон, кондиционер и шампунь можно было бы взять, но я уже взяла в предыдущем каталоге 400 мл большой объем. Но может быть, если сыну понравится, я возьму шампунь. Так. Я говорила вам про туалетную воду My Naked Truth, рекомендовала ее брать и сказала, что хочу Imagination, и вот, оказывается, на него будет дополнительная скидка. Надо брать обязательно. А вот Miss O я как-то вдыхала, нюхала этот аромат, нюхала
пробовала этот аромат. Он почему-то мне слово фужерный напрашивается. Есть такое? В общем, шипровый, будем говорить. Все, больше ничего не помню, поэтому брать не буду. Ну вот, пожалуй, и все. Рассказала о распродаже. В общем, у меня видео будет длиннющим. Я вам желаю приятных покупок, огромной экономии. Пользуйтесь косметикой Oriflame без лишних трат. Пусть ваши кошельки не пострадают от того, что вы будете чистыми, красивыми и здоровыми. Всем привет! Желаю красоты, здоровья, счастья, удачи во всех делах. Пока-пока, ваша Аюна.